Королева? Потрясающую бабу себе комбат оторвал. Какая она тебе баба? Страдаешь? Ну, страдай, страдай. А пока что комбат спит с твоей любовью. Ну, ничего, перед наступлением он ее выкинет. Извинись. Сейчас же. Перед кем? Перед женщиной. А, ну да. Это пожалуйста. Ой, извини меня, раба Божьего Федора Малянова, дорогая, многоуважаемая. Тру-ля-ля! Негодяй! Негодяй ты! Язык поганый! Извинись, скотина! Худенький, уснул, что ли? Страсть любви лошадей. Не знаю, что с ним делать. Скоро наступление, первая пуля его. Это точно. Шрапнель надоела. Спой. Ну, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Городок провинциальный, летняя жара. На площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, Риорита, вертится фокстера. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. А наш комбат, мужичок, донжуанистый. Правда? Позволяет себе, понимаешь? Оборона. Да, большое дело любовь. Любовь до первого наступления. Вот скажи, Терехин, сколько мужчина может прожить без еды? 40 дней, говорят. А без женщин? А они-то при чем? Эх, Терехин, вечная ты мерзлота. Ух, жалко мне их, Федя. Красивая женщина. Уходи, тебя я умоляю, слова любви сто крат я повторю. Уж осень у дверей, я это твердо знаю. Подслушиваешь? Никак нет. А что? Музыка. Музыкант? Никак нет. Рядовой Нетужилин. Вторая стрелковая.
Ну вот что, Моцарт. Еще раз застану. Угу. Атака в 6. Я знаю. У меня уйма проверяющих. Проверяющих уйма, а я одна. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Кто здесь? А ну, выходи. Вот. Пришел попрощаться. Утром наступление. Я вас так люблю. А имени вашего не знаю. Люба. Александр. Главное, чтобы вы были счастливы с товарищем майором. И чтобы дети ваши тоже были счастливы. Чтобы они смеялись, как вы. Вы так заразительно смеетесь. Похолодало. Можно идти. Прощайте. Спасибо. Глазый блондин. Моя любовь с первого взгляда. Ну и она была у меня подруга. Тоже Тамар. Называл себя Жанной. Так вот она увела моего Ладно. Колю. Меня все общежитие одевало, когда я шла к нему на свидание. Не хнычь, скоро домой пойдем. Вот. Ну и был сильный мороз. А я так и простояла по колено в снегу всю ночь. И вот ревматизм. Пирожки! Мороз! Пирожки! Мороз!
Бери, пока не остыли. Мороженое! Чё-то слаб берут. Угу. Пирожки горячие, налитой. Чё тут? Мороженое. Пущу. Пухленькие, свеженькие пирожки. Одно объедение. Гляди, гляди, уставился, не оторвется. Влюбился. Влюби. Дорогие гражданочки, поглядите на этого человека. Что он делает с его собственной женой? А что он делает? Он ее любит. Ага, любит. Он ее морит голодом. И ручку поцелую. Вот эту вот ручку, пожалуйста, поцелуйте. Иди сюда. Ну, правда, я очень соскучилась. И я тоже. Я хочу есть. И я ужасно хочу. Я соскучилась. Угадай, что бы я сделала, если бы мы вдруг разбогатели? Родила бы. Не догадался почему-то. Я бы купила тебе новую шапку. И поехали бы в Ялту. Куда уты? В новой шапке. Смотрели бы на море там. Да, но мы никогда не разбогатеем. Почему? Потому что мы будем крутить кино круглосуточно. Ты помнишь, я тебе о нашем комбате рассказывал? Сколько бессонных ночей потратила я, чтобы он поступил на ИСТФАК. Иду я около ЦУМа Бедная. Сегодня и вижу, знаешь, ты мне каково потом вижу. Потом расскажешь. Давай быстро помоем руки и быстренько есть. Я смертельно хочу есть. Ой, я тоже. Давай. Ты знаешь, кого я сегодня встретил? Однополчанина? Опять кто-нибудь ночевать будет? Да нет, я Ой, сегодня... Саш, Сашунь, подожди, подожди секунду, я тебе расскажу, какой я сегодня сон видела. А ты мне потом расскажешь. Значит так. Ну, метро. Вот я так думаю, охотный ряд. Да, это охотный ряд. Мы с тобой вдвоем, кругом народу, тьма, давка. И вдруг ты отрываешься и оказываешься уже там, в вагоне. Я за тобой, около меня... Прямо перед моим носом двери захлопываются, и я остаюсь одна. Совершенно одна. Представляешь? А ты уезжаешь от меня. С такой идиотской улыбкой уезжаешь. Ой, я тебя так не любила в ту минуту. Ну, правда. А как проснулась, так ой, сразу легко стало. О чем ты сейчас думаешь? Давай ребеночка родим. Прямо сейчас? А? Давай. Долго так невозможно, да? Серьезно. Что хотят, то и выделывают. Да, 5 минут 11 до сих пор не открывают. Что ж? Безобразие. Сам себя хозяин. Что хотят, то и делают. Если не жалко. С утра сегодня сколько было мороза? 17. Это когда ты встал. А я вышла, было 23. Так что горячие они, как у мертвого. Что? Что? Пирожки свеженькие! Только что сковородки
расчирикали. Налетай, разбирай. Ну, правильно, их же ведь надо отдать, да? Я понимаю. У тебя, вижу, чердак варит. А я вот в детстве тоже думал стать продавцом мороженого, правда. Так разве это мужское дело? Так, а я этим и не занимаюсь. А чем же ты занимаешься? А вот такие вот норовят прокатиться за чужой счет. Пока, сынок. Я... В каком смысле? Рви отсюда! Ты чего мне зубы заговариваешь? Ишь, перестроился! Ошивается тут всякая шпана, не успеешь опомниться, а выручка! Где выручка? Выручка где? Ошивается тут всякая шпана. Ты хоть видела, как он на тебя смотрел? Ну, сразу же видно, что порядочно. А нам порядочно, ну, не надо. У нас такого счастья. Во! Почему ты хочешь казаться хуже, чем ты есть? Мне пирожки. Сколько? Все. Оставь его, Витя. Саша. Саша, вас не узнать. Может, я пойду? Сиди. Сейчас зал разнесу. Вы слышите, что там творится? А дома нет обеда, учитель. Не умрем. Саша. Саша, вы меня слышите? Ну, сделайте что-нибудь, Саша. Впрочем, ноги вытирать надо. Оглох, что ли? Вы мне никто. Никто! Саша, пойдем, здрасте. Пойдем, 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 шутит. Вы его... Ну, Саша, пойдем. Все в порядке. Саш, ну что с тобой? Большую радость доставили москвичам метростроевцы столицы. Раньше срока сдана станция метро Таганская. Первый поезд со строителями прошел по сверкающей огнями новой станции. Выпендрился. Богатым будешь. Ну что ж, как говорится, будем знакомы. Люба.
Александр. Хочешь приударить? С вами в тот раз девочка была, это... Моя дочка. А что, с детём не подхожу? Ну, вообще-то я Антипова, Любовь Ивановна, а дочка Неронова. Мы просто были не расписаны, но не успели. Убила его. Бывает, вдыхала попала. А дочку я так записала, Екатерина Неронова. Пирожки горячие, свеженькие! Хочешь? Нет. Не дергайся. Сейчас. Угощаю. Вот. Спасибо. Вот. Пришлось демобилизоваться, родила. И пошло, и поехало. А что ж, замуж не вышли? А жених еще не вырос. Да нет, правда? Не захотела. Подполковник интендант сватался. Да. Жила бы у него, как у Христа, за пазухой. Летчик еще был. Весь в коже. Вот. Думал, у кого деньги, у того и сила. Да утки. Не желаю приспосабливаться. Зато живу спокойно, ни от кого не завишу, никто не указчик. Ничего, я свое еще возьму. Нравлюсь я тебе, что ли? Больше. Сами не понимаете, чего стоите. Откуда тебе знать, сколько я стою? У меня дитё. И за комнату платить надо. На мои заработки не проживёшь. Чё, сдрефил? Небось, пошутила я. Люба, а можно мне ещё тётя, один пирожок повидать вас? Приходи, смотри. Нет, что. Спасибо. Слушай, я вижу, ты человек не шибко занятой. Понимаешь, у меня дочка хворает. Может, ты постоишь, а я сбегаю. Тут рядом, а? Ладно. Пирожки горяченькие, румяненькие, только сейчас чирикали. Подходи, Сань, пожалуйста. Посмотри. Вам сколько? Пирожки румяненькие. Готовьте мелочь, без дачи. Один. Пожалуйста, только без дачи. У меня нет мелочи. Пожалуйста. Спасибо. Вам сколько? Парочку. И мне один. Сейчас. Мелочь. Пожалуйста. Ну что же? Идем. Готовьте мелочь, пожалуйста. Вам сколько? Парочку? Два. Сейчас. Пожалуйста. Ну, с меня причитается. Да я не пью. А то смотри, посидим. Я не жадная. Где? Посидим. У тебя. А где хочешь? А у меня... Приходи ко мне. Спасибо. Можно идти? А то я об
опаздываю. Уже у меня смена. Вторая, что ли? Да нет, я тут работаю киномехаником. О, бесплатное кино! Уже хлеб. Стой-ка. Здравствуйте. Вам кого? Где мать? А что дядя Гриш принес? Дядя Гриш, не жадный. Катюш, лови. Оп. Ну, теперь сделай так, чтоб я тебя потерял из виду. Как это? Пропади. Ты пошевелись. Балерина. Напрасно старушка ждет сына домой. Напрасно. Мама! Что, понравилось? Я тебя отучу, падла, шастать по чужим бабам. Спокойно, только без рук. Тихо. А теперь проваливай. Что-что? Я говорю, вот в 24 часа, чтобы духу твоего здесь не было. Да. А деньги за 3 месяца кто вперед взял? Я! Значит так, стоишь вопрос. Граждане! Будьте свидетелями! Я выселю эту из квартиры в 24 часа! Любовника в моей квартире! Еще слово, убью. Ты меня знаешь. Ты погляди. Ну погляди, с кем ты? На кого променял-то? Прошу! Ты у меня еще пожалеешь. Мне нравится моя жизнь. Почему ты хочешь, чтобы я ее изменила? Я хочу, чтобы ты себя уважала. Рада бы в рай, да грехи не пускают. Это все война. На войне у меня было все. А ты бери пример с меня. Я и работаю, и учусь в пединституте. Истфак. Что ж прикажешь, мои годы сесть за парту? Какие годы? Когда здесь живешь, многое перестаешь замечать. Придется комнату искать. Надо пойти в райисполком. Ты че? А что, фронтовичка? Мать. Ой, тогда шоколадку.
А ты? Я дала. Да я тоже. Давай ешь. Спасибо. Кушай. Ой, кино? Всегда счастливый конец бывает. Сиди. Я так давно не танцевала. А теперь будешь. Любовь Ивана Антипова.
Так. Любовь Ивановна воевала 3 года. Она старшина санитарно-деказационной роты. Понятно. Мужа ее убила на фронте. Это вот дочка от него. Вы кто такой? Я не Тужилин. Я просто так хлопачу. Чего-то непонятного. Мой хахаль. Мой хахаль. А, другое дело. Зачем только весь этот маскарад? А тебе что, одежка нужна или человек? Суть дела. А жить негде. Вот и вся суть. Дайте жилье. Любое. Все равно, какое. Вот Любовь Ивановна за крохотную комнатку платит бешеные деньги, а зарплата у нее, ну вы... На учете стоите? Нет. А что? Вот. Заполните анкету и в 6-ю комнату. Вы учтите, я хоть и не богачка, но в долгу не останусь. Подумай, подумай. Вера Николаевна, с вашим мужем, с Сашей, в последнее время происходит нечто... Ну, с каждым человеком что-нибудь происходит. Но 3 жалобы за неделю. У нас любят жаловаться. Дальше. Что дальше? У меня школа. А у меня план. Народ перестал ходить. Я свободна? Мне хотелось говорить. Вера Николаевна, на днях Саша на углу универмага торговал пирожками. Я тоже был ошарашен, но факт остается фактом. Я видел сам. Это исключено. Выходит, я вру? Ну, вы перепутали. Вам показалось. Показалось. Вещественное доказательство. Я не ревнива. Это вы заставляете свою жену смотреть один и тот же фильм неделями. Держите ее на привязи. Вера Николаевна, уверяю вас, это не так просто сказать, но ваш Саша... Я запрещаю вам говорить гадости о моем Саше. Немедленно извинитесь. Была, дескать, в консерватории. Ну, скажи мне, только честно, что тебе дает такая музыка? А,
То-то же. Вот песня. Это да. Каким ты был. С тобой себя чувствую какой-то важный. Ну, как женщина, ученый. Как жаль, что мы не встретились раньше. Сразу же после войны. Ты думаешь, я была какая-то особенная? Почему же была? Ой, комбат носил меня на руках. А вот убила же его. На этом все хорошее в моей жизни кончилось. Риорита, Риорита, ля-ля-ля-ля-ля. Такой праздник. Мы всегда дома встречаем. Ну и правильно. Традиция. Вера. А это вот Люба. Я тебе о ней рассказывал, ты помнишь? Вот. Где ты ее откопал? Что, она со всеми на ты? Успокойся со всеми. А что, теперь такая мода? Это война. Чуть что война. Действительно, это просто результат плохого воспитания, и все. Так может, она мной займется? Да. Вера у нас педагог. Да, могу. Саш, у меня предложение. Давай пригласим твоего боевого товарища к нам. Отметим вместе Новый год. Давай. У меня очень вкусная еда. Давайте. Идемте к нам. Ей интересно узнать, что мужики находят таких, как я. Ох, отобью я у тебя Александра. Зачем? Он мой муж. Вам нужен другой мужчина. Интересно, какой же? Ну, во-первых, свободный. А во-вторых, у Саши очень много недостатков. А у мужчин бывает только один недостаток. На остальные я смотрю сквозь пальцы. Саш, ты чувствуешь, что тебя ожидает? Ну, это бравада, ну... Он слишком порядочный, это да. Да, он вам очень быстро надоест. Тебе, небось, не надоел. Мне с ним интересно. У нас немного общего. А о чем он с вами будет разговаривать? А Саша меня любит просто так. Такой, какая я есть. Правда, Саш? Нет, ты скажи вслух. Пусть она услышит. Ну, скажи, Саш. Пошутила я. Ненормальные вы какие-то. Я действительно пришла посмотреть, чем это вы лучше меня. Поздравляю тебя, Саша. С Новым годом. Обидели человека. Да. Эй! Thank you.
Мировой баб. А теперь, дамы и господа, дорогие товарищи, коронный номер. Музыка. Секундочку. Держите. Вот здесь. Ого. Хорошо. Привет. Не получилось. Факир был пьян, и фокус. И еще за то, чтобы в этом году что-нибудь изменилось к лучшему. Да? Выпьем. Нравится мне у вас. Ей-богу. Так интересно живете. А у нас только и знает, что водку глушить, да языками чесать. Вы приходите к нам почаще. Да. Да я в вашей компании как рыба на бережку. А ты воевала? Воевала ты? Нет. Да, нет. Давайте выпьем за хороших людей. Их так много. Давайте. И так мало. За вас. Ну. А вы в райисполкоме-то были? Схожу. Куда я денусь? Ой, цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я. Парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слова я не найду. Интересно, как вам удалось заполучить такое гнездышко? Здесь жили мои родители. До войны им принадлежала вся эта квартира. А
А где же они теперь? Померли, да? Ага, привет. С Новым годом. Да. Шуберт. Уши на работу. Ты посмотри, кто к нам пришел. Ура! Городок провинциальный, летняя жара. На площадке танцевальной музыка с утра. Рио-Рита, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. У меня неприемный день. У вас что-нибудь срочное? Я вот анкету принесла. В 6-ю комнату. Между прочим, с женщиной разговариваете. Артистка, взятку-то принесла? Проходи. Так. Русская? Еще спрашивает. Ну так и пиши. Как? С двумя «с» как? А без нее непонятно, что я русская? Понятно, понятно. И без анкеты понятно. Между прочим, слово «белорусский» тоже с двумя «с» пишется. А я, когда пишу, не думаю. Зря. Думать надо. А индюк думал, и что? У меня муж такой же, как ты. Молодой и красивый. Только ты живой, его убила. Вот тебе и два «с». Извини, что не убила. А вам идет... когда вы сердитесь. Неужели? Надо переписать. Тебе надо, ты переписывай. А мне хоть пиши, хоть не пиши, все равно ничего не дадут. Ему не дадут. Сам себе возьмешь. Ну, надо переписать. С ошибками подавать неудобно. Я отпросилась. Мне некогда. Сядь.
перепишешь, потом отпущу. Как хорошо, что мы этот шеветовый костюм тебе купили, правда? И галстук тоже подходит, правда? Да. Я обещал. Обещал? Ты понимаешь, она очень... Да ладно, ладно, ладно. Не мучайся. Я знаю, что ты скажешь. А она одинока, да? Угу. У нее ребенок. У нее кто, мальчик, девочка? Девочка. Девочка, ей надо помочь. Она заслужила свое право быть счастливой. Угу. Воевала. Да. А торгуют пирожками. Это несправедливо. Да? Ну ладно, иди. Ладно, иди. Саш, а что же мне делать, а? Куда же мне деваться? Нет, ну правда, ну ты прости меня, но я чувствую, что совершенно лишняя. Никуда я не пойду. Я же ведь тоже хочу быть счастливой. Я хочу быть с тобой. Я не хочу быть одна, Саш, понимаешь? Никуда я не пойду. Но иди, тебя жду. Ты никогда никого не обманывал. Аркадий, утром в шатрогу это платье устраивало, а сейчас... Что, не нравится? Ну, знаете, я уже на все согласен. Пускай ученые поют, танцуют, пускай Никитина ходит на голове, вы сами это просите. Что вам еще не нравится? Сашенька, у нас сегодня вечер на работе, а это, ну, боится остаться одна. После того, помнишь, с Гришей? Mm-hmm. Вчера пропали билеты в театр. Ну, я забыла. Я не успела предупредить. Я не могла. Ну, что ты на меня так смотришь? Ну, я пойду. Ладно? Молодец. Мне бы ее характер. Она ведь вас вокруг. Антипову, пожалуйста! Что? Саша. Что? Соня ушла. Куда? От меня ушла Соня. Дома ее нет, в кинобудке тоже. Да она в зале сидит.
Антипову! Любовь Ивану Антипову! Любу, Люба, пожалуйста! Люба уволилась. Проходите. Не бойтесь. У нас уже несколько миллионов лет не было случая людоедства. А где ворона? Какая ворона? Ну как же, в прошлый раз у вас ворон была. Живая? Ну какая еще? У нас не было никаких ворон. А мне собака. Живая? Дворняга. А-а-а. Правда? Шарик. Угу. Знаешь, зачем пришла? Давайте выпьем чаю. Ну, у меня, правда... Может, лучше это? Давай. Давайте. Ой, цветет калина в поле угорожья. Слопая. Молодец, Любочка, что ты пришла ко мне. Не могу открыться, слов я не найду. Можно? Ой, не могу. Он живет. Я хочу тебе сделать подарок от своего сердца. Тебе нравится? Да. Это твое. Бери, я не носила его ни разу. Нет, Вер. Перестань. Я тебя прошу, я этого не люблю. Ладно, ну перестань. Нет, нет, ну, нет, пожалуйста. Возьми, можно? Ты не обижай. Да-да. Это твое. Да-да. Ой, Нюра пришла. А я к вам на песенку. Как мотылечек на свет. Ой, как вас хорошо-то. Да, у нас тут... Ой, и цветет калина. Поле. Ну что же вы не подхватываете? Напелись уже. Правда? Жаль. А я петь умираю люблю. Ой, особенно танцевать. Синенький скромный платочек падал с опущенных... Только замуж никак не выйду. Ну, замуж-то такая скука. Вот я живу, не раздумывая. И не всегда весело. Нюр, иди, что скажут. Иди, что скажу. Уйди отсюда, Нюр. Ага. Значит, петь не будете? Жаль. Ой, цветет калина. Обиделась. Нахальная. Не люблю ее. Ну, одинокая. Иногда и я, наверное, выгляжу такой. Я не тебя имела. Да знаю. Выгляжу. Нет. А могла бы на врача выучиться. Посылали ведь. Слушай. Люба. Давай мы с тобой чаю выпьем. Ну как ты своему мужу позволяешь крутить с другими прямо при тебе, а? Мне это покоя не дает. Понимаешь?
Люблю, наверное. А я выхожу замуж. Предрайсполкома. Ну, зампред. Заходи. Я к Любе. Не ко мне же. Заходи. У меня чекушка. Я был несколько раз, а Люба... Люба ушла. И у тебя с Любашей ничего не выйдет. Вы тоже. Кирпичный дом за райисполкомом, знаешь? Ага. Вот там они. На площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, риорита, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. О, по коням! Эскадрон, шашкин галоп, по пани! Спасибо, ничего. Смотри, что принес. Так, Владимир. Кто же мне фронтовой друг, опаздываешь? Да, спасибо. Ничего. Добрый вечер. Вань, держи. Любань, давай. Возьмите. Какой стул. Хватит тебе там подмазываться. Иди, иди, иди. Проходите. Ну, проходите. Давайте, ребята. Хорошо, рассаживайтесь. В конце концов, у нас сегодня замечательный повод собраться. Ну, давай, ну, Сережа, ну, все это мы прям уже смотрели. Ну, вот, давайте, ребята, картошечку. Саша. Саша. Саша! Саша. Куда же ты, Саша? Я тебя не вижу, остановись. Возвращайтесь назад. Простудитесь. Ты со мной на вы. Сашенька, как здорово, что ты пришел. Хорошо. Да только ничего хорошего. Ты не хочешь со мной разговаривать? Нет, просто не хочу мешать. Чем же ты можешь помешать, глупый? Вы меня плохо знаете. Я злой. Господи,
Да ты ревнуешь меня. Еще чего? Подожди, слышишь? Я тебе все объясню. Ой, осторожнее. Если я сверну себе шею, виноватым будешь ты. Не может лампочку повесить. А еще в райисполкоме работает. Стой! Я должна тебя видеть. Понимаешь? Я сама собиралась. Вы сегодня слишком красивая. Если ты говоришь об этом вслух, значит, уже не любишь меня. Я любил вас. Только давно, еще на войне. Люба! Люба! Иди ко мне! Какое безобразие. 6 утра, надо же. Спать теперь хочется, теперь не заснешь. Вы знаете, на этой улице каждый день что-то происходит. Такой район. Угу. Ну, спокойной ночи. Доброе утро. Это точно. Yeah.